Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пружанскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты земельного налога и налога на недвижимость, о необходимости уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в связи с сезонностью работ по следующим видам деятельности: услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлению услуг по дроблению зерна, выпас скота, репетиторство, консультативные услуги по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию.